Пол города ютуберов на больничном. Этого маньяк пырнул. Этот, вот этот, божечки, спился. Этого мелкий зарешал, с окна вытолкнул. Елена Ветрянкина, я вам на самом деле даже не завидую. У вас даже палат здесь свободных нет. Коек даже свободных нет. Куда вы будете новых пациентов, а? Селить. А мне кажется, что маньяк на вот этих троих точно не остановится. Как вы вообще со всем справляетесь, я не могу понять. А вы здесь одна. Один врач на весь город. Иногда, конечно, застрелиться хочется. Но вроде нормально. Живу. Мне кажется, такие мысли в городе ютуберов сейчас у каждого жильца начали возникать. Ладно, сейчас я вернусь. Гришка! Эй, Гришка, дай затяжку! Ты чё, вот это, паровозишь здесь, Гриша? Так ты куришь, собаку, вот эти сигары свои огромные! Стёпа, а ты давай сюда вот не лезь, не надо никакую затяжку. Все, пойдемте внутрь, надо бомжару воскрешать. Ща, дай 5 секунд, докурю. Все, давай, выкидывай эту гадость и давай внутрь. Давай, еще мелкого надо найти. Кстати, куда он убежал? Мелкий! Ну ты жлоб, конечно, Гришка. Слушай, это хорошо, что он тебе не дал последнюю затяжку. Давайте заходите внутрь, вы пытаетесь оживить вот этого бомжару. Мелкий! Он внутрь случайно не зашел? Мелкий! Ах, вот ты, собака, где прячешься. Чё он там делает? Ты чё там папиросишь, партизан малолетний? Это чё за дичь? А ну выбросил эту шнягу! А ну... Собака! Вейп! Слушай, ты дымоход 7-летний! Сюда вернулся быстро! Ты откуда эту... Откуда вейп? А вот это молодежная, да? Вот эта вся фигня. На 95% вот это... Гриша, ты ему дал? Никакого больше вейпа. Ни тебе, Гриша, ни тебе, мелкий. Все, давайте, заходите внутрь, как будто у нас сейчас дел нет других. Елена Ветрянкина, подойди, пожалуйста, сюда. Расскажите, вот этот бомжара просыпался хотя бы раз? Ну хотя бы, ну глаза хотя бы открывал. Ну, как сказать. Бомжара просыпался один раз. Просил 3 килограмма снотворного вколоть и разбудить его через год. Какой год? Мне маньяка искать надо. Жители спать спокойно не могут, пока я его не найду. Нам мэр нужен. Он мне дал вот эти ключи от мэрии. Вот, и говорит, пришел ко мне домой, дал ключи от мэрии, говорит, чтобы я был мэром. Он с ума сошел. Так, ладно, надо найти какой-то выход. Есть ли какое-то предложение, что можно сделать, чтобы его разбудить? Слухай, можешь ему сказать, что его дом ограбили? Гришка, он бомж. У бомжа нет дома. Как его дом могут ограбить, если у него нет дома? Ты дурак? Всю голову себе выкурил вот этими сигарами, да? Слушай, бомжара! Бомжара! Там мэрию взорвали! А ему вообще посрать. А может ему сказать, что склад бухла в нашем городе нашли? Ой, слушайте, я тут слышал! Мне тут рассказал друг один мой, короче, прикиньте, оказывается, минутка внимания. Оказывается, у нас под городом ютуберов бункер довоенный есть. Вот это до Второй мировой войны вот стоит. Прикиньте, вот это Генка, который работает в этом агентстве, стоп алкоголь, стоп пьяный город. Вот этот Генка рассказал мне то, что там нашли 120 литров 70-летнего рома. И виски тоже. Ты смотри, как рванул, так оказывается, он это все время прикидывался. Так, пацаны, давайте по коням, быстро, так куда ты побежал-то пешком? Степа, в машину залезай, зачем я машину в предыдущей серии покупал? Дуремонда, а он тоже, походу, за бухлом побежал. Гриша, в машину! Давай, мелкий, давай, быстро! Да садитесь в свою машину, что вы тупите-то так? Бомжара убежит же сейчас! Гриша, садись!
Да ну тебя в баню, давай беги за нами. Так, пацаны, как вы думаете, куда побежал вот этот? Стоп. Я-то не видел новую рекламу. Майнкрафтер, изменщик. Щекотание язычков с Викой Картер, пока Катя не видит. Недоразумение. Сплошное недоразумение, это рекламное агентство «Жирафик». Мелкий, никаких щекотаний язычочков не было! Засосал так засосал. Ну шо, вы там дёснами щекотались? Я никакими дёснами ни с кем не щекотался. И пока Катя видела, ну в смысле она не видела, а ну, она не могла это не видеть, не видеть, потому что этого не было. Я сожгу рано или поздно это рекламное агентство. Мелкий, ты кому больше веришь, мне или им? Чё, реально им? Измена в прямом эфире. Стёпа, заткнись ради бога, хорошо? Я сейчас все быстренько объясню. Это вранье, а рекламное агентство «Жирафик» скоро пойдет к чертовой бабушке, я его закрою. Как бы это лучше объяснить, у меня на втором канале вышел влог из Америки. Да, там была Вика Картер, да, мы там записывали с ней ролик, но никаких щекотаний язычков с друг другом не было, пока Катя не видит. Никакие язычки мы не щекотали друг другу, я зуб тебе даю. Вот ссылка на тот самый ролик, где мы якобы с Викой Картер щекотались язычками, вот, подсказка. Тыкни, влог с Америки, тыкни на втором канале и посмотри то, что никаких щекотаний язычков там не было. Пацаны, да кому вы больше верите реально? Мне? Да мы с вами пол жизни знакомы. Что с тобой, Степа? Что с тобой, Мел? Хватит башкой махать. Шею так сломаешь. Гриша, никого я не сосал, честное слово. Вранье, ложь, провокация, закрыть, жирафик, уничтожить. Давайте в машину. Посмотри, я не сосал. Ну, ни с кем не сосался. Сейчас заткнусь лучше, а то сейчас какую-то фигню наговорю. Так, в мэрию. В мэрию. Мне кажется, бомжара побежал именно туда. Хотя куда он еще мог побежать? И вот эта реклама сейчас будет везде, да? На всех поворотах в этом городе. Здесь бы дорогу сделать нормальную, а то я по лестнице спускаюсь. Вылазим, пацаны. Ваня? Так тебя ж маньяк пырнул в предыдущей серии. Аккуратно, он мог с катушек слететь. А где Гришка? Ваня! О! Ванчос! О, во! С тобой все нормально? Ваня! Кивни башкой, если да. Не пугай меня, пожалуйста. Вань! Прием! Космос! Как сигнал ловится? Не, пацаны, что-то он меня напрягает. Я даже как-то внутрь туда заходить не хочу. Ваня! С тобой точно все в порядке? Может, психолога вызвать? Или сразу в дурку тебя отправить, а? Может, с ума сошел? Все возможно. Его же вот это, Аленку, его тёлку украли. Может, после этого он кукушкой рехнулся вообще? Ваня! Подай признаки жизни! Пожалуйста, хотя бы какой-то минимальный, я тебя прошу! Гришку подстрелили, пацаны, шухер, этот подписяка фермерская реально с ума сошел. Мелкий, давай за мной. Давай сюда, за кусты, прячься. Он за нами бежал? Мелкий! Подойди ближе, ты куда там спрятал? Ты умер там, сюда подползи ближе. Ему там, походу, на своей ферме какая-то корова голову копытом обтоптала. Он совсем катушкой сдвинулся. Да какой дробаш, где он дробаш-то еще взял? Мелкий сосунок этот сейчас весь город перестреляет. Я-то понимаю, у него горе, у него тёлку украли. Ну, бывшую мелкого, теперешнюю фермера, пацаненка. Но ее до сих пор как бы мелкий любит. Выходи отсюда. Мелкий, он Степку спалил. Степа, ты там держись, земля тебе пуховик заранее. Говори, где Аленка, или зубы прострелю. Так. Мелкий, мне кажется, надо
Вот сейчас его 100% надо спасать. Короче, держись сзади меня и просто повторяй то, что я говорю. А, ну ты же говорить точно не умеешь. Ладно, просто делай вид, что ты умный молодой... Ваня, Ванчос! Не стреляй, пушку убери, я знаю, где Аленка. Что надо? Я знаю, где Аленка, только, пожалуйста, давай ты никому голову стрелять не будешь. Вот это... Говори. Она где-то... Вон, ее украли. Вот. Мы сейчас пытаемся ее найти. Вот так же, как и ты, честное слово. Мелкий до сих пор у нее втюхался. Ну как, ну любит он. Ну, влюбился без башен. Да, я понимаю то, что она твоя тёлка. Но Мелкий жизнь готов отдать за Аленку. Степа жизнь готов отдать за Аленку. Я не готов за нее отдать жить, потому что она мне вообще как бы никто, в нее Мелкий втюрился. Но ради Мелкого я готов на все. Я тебе предлагаю присоединиться к нам. Зачем людей стрелять? Давай вместе найдем Аленку. Как говорится, вот это брат за брата, друг друга за вот эту пописяку взято. Или... Мелкий, там как-то по-другому, да, говорится вроде? Не за пописяка... за основу взято. Спрячь пушку, а. Друзья навечно, любовь не вечна. Это уже какой-то сборник пацанских цитат из групп ВКонтакте. Ну, короче, ты понял, ты с нами или не с нами? Мы прямо сейчас отправляемся в мэрию и будем решать эту проблему. С нами или нет? С вами. Вот это я уже понимаю, настоящая бригада, самые сильные мужики города ютубера. Ну и два шкета малолетние, которые ничего не делают. Рогатку спрячь. Ай! Вызывайте Елену Ветрянкину, тут у нас еще один жмурик. Сразу катафалки гроб давайте тащите. Да походу умер Степа, я не знаю. Гришка, ты жив? А, ёперный-то... А, чё, не, все нормально, просто испугался выстрела и в обморок упал. Вставай! Гриша! Подъем! Я-то думал, тебя Ванчос подстрелил, а ты просто обосрался. Вставай, Ержан! Во-во! Пошли, пацаны, пошли. Предстоит долгий разговор. Дверь за собой закрывайте. На улице как бы не лето. Жопу проставите. Если я мэр, ну, на время, у меня же есть вот этот ключ от мэрии, значит... Я буду решать сегодня все вопросы. Мы с вами собрались для того, чтобы закончить историю маньяка раз и навсегда. Я не могу взяться за какое-то другое дело. Я не могу пойти там открыть пятерочку. Я не могу Степу взять на работу свою пиццерию, чтобы он там защищал мой магаз от каких-то воров. Да-да, Степа, ты после маньяка будешь работать у меня в этом ресторане. Никто в городе не может выйти на улицу и спокойно вдохнуть полной грудью. Потому что каждый раз, когда кто-то выходит на улицу, он сначала обосрется то, что где-то за углом его поджидает маньяк, а потом уже пойдет куда-то в магазин. Ну, короче, у нас в приоритете словить маньяка. Нам нужно найти, где он. Нужно вызволить Аленку и засадить его или в тюрягу, ну или прям кокнуть. Вот. У кого-то есть какие-то... идеи, где он может находиться и как нам его можно найти. Руки вверх, тяните, кто хочет что-то предложить. Да, Мелкий, слушаю. Я тебе говорил то, что не надо было жрать огурцы с молоком. Я понимаю, что тебе сейчас срачка-пердячка, но подожди, вот сейчас мы закончим вот это совещание и уйдем. Тихо. Я думаю, он находится в каком-нибудь бункере. Ага, вот в том бункере, о котором я бомжаре рассказывал в самом начале, там, где 70 литров рома нашли. А может его вежливо попросить уйти из города? Ага. Гришка, ты как всегда просто сверкаешь своим интеллектом. Ты еще скажи то, что он сейчас постучит в двери, сам сюда придет и сам сдастся нам, да? Че, реально? Войдите! Фу, я обосрался, бомжара, ты чё так пугаешь? Ну чё, реш... Фу, так, сейчас пятки немножко куда-то в сердце ушли или наоборот. Бомжара, ты решил вернуться на пост мэра или чё? Да нет, я шмотки здесь свои забыл. Пришел забрать. А-а-а, вот оно чё. Только мне кажется, эти золотые слитки это не твои шмотки, а это имущество города, не?
пацаны, Ванчос, Гришка, быстро туда на вход и не выпускайте его. Я сейчас его буду уговаривать вернуться на пост мэра. Давай. Бомжара! Бомжарчик! Бомжара! Ты понимаешь, что ты отсюда не выйдешь? Они тебя просто не пропустят. Сел за свое место, взял все полномочия мэра на себя и продолжил работать на город. Ты чё раскис, как баба? Быстро сел на свое место! Нет, я не буду мэром. Бомжара, ты же только что из больницы вышел. Опять себе все ноги переломал, да? А где он? Ёханый бабай, чё в этом городе происходит? Просто демоническая сила какая-то здесь обитает. Мелкий слез. Короче, вы заколебали тянуть кота за причиндалы. Предложения какие-то есть? Как словить маньяка? Короче, хватит языками трепаться, бабы. У меня у бати на ферме склад винтовок с патронами есть. Ваня, ближе к делу. Я предлагаю пойти ко мне на ферму, взять у него оружие и найти маньяка, чтобы закончить его историю раз и навсегда. Слушай, Ваня, ну я как-то завязал с оружием примерно серии 70 назад. Я закопал все свои вот эти винтовки где-то в саду, и я больше не притрагивался к своему вот этому золотому АК-47. Не, как бы маньяк маньяком, но сейчас брать каждому по пулемету и гасить маньяка... Мелкий, ты как? И ты да, говоришь. Слушай, Ваня, я не знаю, честно, мне как-то не хочется лишний раз оружие в руки брать. Я... Ну давай еще расплачься, девка! Не надо стукать Ваню ничем по башке. Вот эту бутылку Эдисон в руку даже не бери. Спокойствие, только спокойствие. Я сломаю просто вот этот стол. Собака. И вот этот тоже сломаю стол. Спокойствие. Хорошо, Ваня, пошли. Еще не хватало, чтобы 7-летний шкет меня девкой называл. То есть он может в руку калаш взять, а я 24-летний мужик не могу. Ладно. Подписчики долго этого ждали. Хорошо, так уж и быть. Устроим с вами войну, если вы так долго этого ждали. Все в тарантайку и поехали. Показывай, Ваня, где твоя ферма находится. Гриша, ты здесь оставайся, у нас в машине только 4 места. Поэтому, не знаю, посиди, поперди, покури, чем ты тут любишь заниматься. Все в тачку, давайте. Охраняй мэрию, Григорий Педалькин. Вот здесь налево. Слушай, это как-то немножко знакомая мне дорога. Ядрить, колотить. Вот эта ферма твоего бати? Ну как сказать, не бати, а моя. Ты чё мне тут вот это... Навоз на уши вот это вешаешь. Какая твоя ферма, а? Ванчос, ты чё тут заврался-то так? Ладно, давай, иди показывай, где здесь вот эти твои автоматы, пулеметы. Берем вот это все и валим к чёртовой бабушке искать вот этого маньяка. Хотя сейчас, подожди секунду. Стёпа, хватит с этим щенком играться. Стёп, видишь деревья? Яблони. Яблища огромные растут. Вот. Помнишь, как в детстве? Я уверен, тебе тоже так было. Мы в детстве через огород перепрыгивали, забегали на чужие огороды и воровали яблоки. До тех пор, пока не выходил какой-то сторож и не стрелял нам в задницу солью из ружья. Сейчас, прикол будет. Степа, перепрыгни заборчик и сорви каждому по яблочку, хорошо? Давай, брат, давай. Покажи паркур. А вот на это я не рассчитывал. Вы дебилы! Забор под напряжением 220 вольт!
Так чё ж ты раньше не сказал до того, как я его отправил воровать яблоки, ну... Елена Ветрянкина, тут еще один жмурик, вызывайте еще раз катафалк. Готовьте пятую койку. Стёпа, ты как, живой? Нам маньяка еще искать надо и за оружием идти. У тебя аж усы дыбом стали из-за такого напряжения. Ладно. Знаком нас со своим батей, Ваня. Пора взять пару калашочков и надрать задницу этому маньяку. Пошли, пацаны, вперед за приключениями на свою задницу. Ни одного дня без них. Даже соскучиться не успеваю. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush.